Общая протяженность автомобильных дорог республиканского значения в регионе составляет 1970 километров. Из-за нехватки средств 140 километров не имеют асфальтобетонного покрытия. С декабря 2019 года данные участки переданы в республиканскую собственность. О том, где в ближайшее время пройдет реконструкция, рассказали подрядчики. Протяженность дороги Волошенко-Сергеевка-Тимирязева составляет 119 километров. 54 из них не имеют асфальтобетонного покрытия. В 2021 году проведена реконструкция 15 километров от Новопокровки до Кривощекова. В настоящее время идет ремонт 18 километров до села Волошенко. В июле этого года планируем завершить на участке 33-70 средний ремонт дороги. Хотелось бы отметить, что местные жители очень благодарны и довольны тем, что здесь производятся ремонтные работы, средний ремонт с устройством, методом рециклирования, с устройством асфальтобетонного покрытия. Мы рады, что нам уделяют внимание. Жители часто ездят по данной дороге. Большое спасибо за работу. В 2021 году проведен ремонт 7 километров дорог республиканского значения в Тимирязевском районе. Помимо этого идет реконструкция 20 километров от села Мирген до Сергеевки. Устанавливается освещение. По словам специалистов, асфальтобетонное покрытие на данных участках соответствует нормам и успешно прошло проверку Национального центра качества дорожных активов. С начала года осуществлено 5 выездов на автомобильную дорогу Р-60 Волошенко-Сергеевка-Тимирязева, участок 3370. В текущем году отобрано, до сегодняшнего момента отобрано 6 проб. Испытано все пробы дорожно-строительных материалов, соответствуют нормативам. Сегодня в ходе выезда сотрудниками филиала было отобрано 9 кернов асфальтобетонного покрытия. А также была дополнительно отобрана асфальтобетонная горячая смесь для испытания. Областной филиал «Казавтожол» планирует до 2025 года перевести все дороги республиканского значения на асфальтобетонное покрытие. Также в этом году будут реализованы ремонтные работы на 10 участках протяженностью 260 километров. Тамерлан Тлеубаев, Амри Акбатай, Урал Амренов, служба новостей.